детский концерт мы назвали в институте Ленпроект, где он исполнял вот эту песню, которую сейчас спел Ростислав. Вот. И на будущий год будет 50. Так что готовьтесь. Это будет, должен быть банкет. Шикарно. Да, 50 лет будет. 50. Я хочу... А у царя какой концерт снимали? Случаем, вспомнить имя человека, благодаря которому был записан этот концерт, Леон Аврацович, который умер, будучи радистом рубки, радиорубки в Ленпроекте. Благодаря ему это все и записано. Если бы не он, никакой бы этой записи не существовало. Так что, если есть кому чего выпить, выпейте за его здоровье. Давай наливаем. Леня... Наливаем, давай. Вот, Рудольф впоследствии назвал это одесским джазом, вот этот первый одесский концерт. Ну и последующие там тоже пошли по этому наказанному стилю, так? Вот. И мы, значит, спланировали в квартире Раменского вот эту репетицию на квартире. Куда мы приехали с Раменским, мы с магнитофоном, со своим, он со своим магнитофоном. Вот, познакомили Аркадия, и он, значит, выдал получасовую программу песен, которые, ну, я ему предложил спеть, вот, с моей подачи. Вот. Короче говоря, получился удачный такой, удачное знакомство, красивое, я бы сказал, вот, шикарное, вот. Ну и потом Рудольф все это услышал, он работал, он не мог подъехать, это было как бы в дневное время. Вот. Мы это дело, значит, все осуществили в Ленпроекте на 7-м этаже, где вот Арсулович был руководитель клуба. Все это было в воскресенье, 23 февраля, день военно-морского флота. Вот. Мы собрались у метро Горьковское, вот, значит, как сейчас помню. Все приехали, нет Володи Васильева. Вот. Все в сборе музыканты, и мы, соответственно, тоже. Вот. И Рудольф говорит, вот евреи дисциплинированные, а этого Васильева вечно опаздывает. Ну, сам приехал. Евреи все собрались, а этого нет. Русского. Ну, короче, Володя подъехал, конечно, у него была уважительная причина, он там ждал, что его позовут на концерт, поэтому он немножко выжидал телефонного звонка. Да. В итоге все-таки мы начали где-то в 2 часа дня, как сейчас помню, с этой аппаратурой тяжеленной, значит, мы поделились на 7-й этаж клуба, да, там быстренько расставили микрофоны, и, как говорится, понеслась. И до 6 вечера мы все это записали, вернее, не все, а полчаса только записали за 6 вечера. А потом еще встречались 10 марта и продолжили, еще час записали. И получился полноценный первый одесский концерт, да, где вот эта песня была про институтку. А вот где? Черная морда. А как же на квартире Васильева чего записывали? На квартире у Васильева была репетиция. Мы записали полчаса песен по моей программе.